Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Land Rover Sport, модельный год 14, 3 литра дизель. На этом автомобиле мы сегодня заменим рулевой вал, карданчик, который у нас идет от вала к рулевой рейке. Снимаем левое колесо переднее. И снимаем вот этот пыльник, который у нас закрывает. Он крепится на трех клипсах. Снимаем эти клипсы и вытаскиваем его. Клипсы мы тоже новые заказали. Ну и старые можно аккуратненько снять. Если грязью они не забиты, они снимутся. С двух сторон вот так вот по бокам поддеваем отверточкой и расшевеливаем их. Вот штифт квадратный, и теперь уже можно саму фиксирующую часть вытащить. Снимаем. После того, как мы сняли три клипсы, аккуратненько выводим вот эту вот часть. Здесь у нас проводка идет вот таким образом, она выходит, ничего не задевая. И мы уже видим наш рулевой вал. Вот он находится. Так, вот я добрался до вала и пометил его белым маркером. Вот эту сделал полоску. Для чего мы это делаем? Когда мы будем устанавливать новый вал, мы перенесем эту метку на новый вал и установим точно так же, чтобы у нас руль был без смещения. Откручиваем болт, головка на 10. Открутил болт, головка на 10, а болт на М8. Вот рулевой вал у нас идет снизу крепления под трубкой. Чуть-чуть от центра выкручиваем руль влево. Головка Е12 через карданчик. Вот я карданчик от пистолета, пневмопистолета поставил. И удлинитель вот сюда вот вывел. И все, и здесь мы уже... Вот я его сорвал, сейчас кручу, выкручиваем вот этот болт и достаем его. Ну, достать мы сможем его снизу и достать мы сможем его магнитом. Это уже дело техники. Все, вал у нас откручен. Так, ну поднял автомобиль. Теперь мы берем вал, немножко его поднимаем вверх. И отводим в сторону. После этого опускаем вниз. Вот он наш рулевой вал. Тянул я пыльник со старого рулевого вала. Вот такая у него конструкция. Там две крестовины стоит. Пыльник снял целый. Аккуратненько снизу его вверх стянул. Если что, даже можно его и обратно использовать. Крестовины можно перепрессовать. Здесь быстрее всего. Сейчас скажу размер.
Наверное, 16:40. Нет, 15. Да, 15. А вот этот я приблизительно. 15:35, наверное. Не могу померить. Так, померю с крышкой. И потом отниму глубину. Так, здесь 35. Так, 1,2 мм. 33. 15:33 получается. Маленькая крестовинка. Но внутри она еще между собой соединена через шарик. Я не вижу, что там за конструкция, но он почему-то внутри подкусывает. Вот если шевелить, допустим, я эту шевелю одну, это шевелится. Так, а что там за конструкция? Ну, лучше, конечно, ее тоже смазать. Здесь крестовины мазанные, как видно, и одна, и вторая. А вот тот механизм, он подкусывает. И вот в каком-то положении, сейчас я накрутил, стука нет. А до этого, когда только снял, стук простукивался. Ну ладно, все равно у нас есть новая, номер ее LR033-647. Вот такая вот крестовина. Ну, здесь она новая, плавненько вся ходит, ничего не закусывает, туго, но плавно. Берем, устанавливаем ее, точно так же мы заводим. Сначала заводим вверх в паз, потом вставляем низ. Я низ метил, здесь его можно не метить, он не шлицевой, у него два сектора под углом и штифт направляющий, поэтому промахнуться не промахнешься, здесь тоже не промахнешься. Это если только руль крутануть на целых полоборота, наоборот. Устанавливаем. Хотел сказать, также мы два новых болта поставим. Нижний болт у нас идет QYG530090, а верхний болт у нас идет LR033-655. Они идут с герметиком. Это тоже с розовым герметиком, а этот с синим герметиком. Так, заводим. Заводим в рулевой вал. Так, болт я нижний затянул. Ставим на место пыльник. Заводим его так же, как выводили. Вот здесь заводим под проводку. Защелкиваем новые клипсы. Клипсы
под номером ANR-2224. Land Rover. Все, пыльник установили, опускаем авто. Все, вот сверху я тоже опустил автомобиль, болт, головку поставил, вот она головочка, новый болт, ставим на него головочку и затягиваем вал уже отсюда. Сверху удобно делать, подлазит, но именно с карданчиком, не простой карданчик, а для ударного пистолета у него другое вращение. Сейчас покажу. Он по кругу ходит, он не закусывает ничего. На этом все. Рулевой вал мы заменили, сейчас ставим на место колесо, выезжаем, тестируем и пробуем, как это все работает. Всего вам доброго.